идти. А у Эдди Мерфи есть дети, жена? А? Дети, жена у него есть? Не знаю. Да ну вроде как есть. Я вот просто вот с Катей есть такого, вот она иногда... Ловит тебя на изменах. Катя просто очень честный человек, сверхчестный человек. Вот для нее, ну вообще вот мир, он максимально, то есть если кто-то врет, это ужас какой. Это, вот я много раз рассказывал пример с полицейскими, что типа, вот говорят там, вот полицейские могут тебе что-то подкинуть. Он говорит, они не имеют на это права вообще. Вот, то есть там такой уровень доброты у Кати, наивности. Вот. И я иногда вру, вот по телефону, я там говорю, нет, я не могу. А она говорит, так ты же можешь, почему? Я говорю, Катя, потому что я вру прямо сейчас. Я вру прямо сейчас. И она от тебя не хваталась за все годы жизни? Нет, нет, нет.